Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Badland Bro. В общем, я составил такую колоду, надеюсь, она будет тащить, сейчас мы ее проверим. Играла в ней серии, вроде довольно-таки хорошо тащит. Смысл в том, что у нас тут довольно-таки много бомбочек, а вот эти птички очень хорошо контрят массовку. Если они будут собакенов кидать или что-нибудь типа того, либо же он, допустим, кинет ту же самую лесорубку, мы с помощью вот этих птичек можем законить, потому что они взрываются и наносят урон. А нападать мы будем большой бомбой, также у нас простая бомба, которую сможет лесорубка легко толкать. И вот эта бумина очень крутая, сочетается вот с этой бомбой, сейчас сами все видите. Ну и на крайняк это, блин, ну... Она может, во-первых, и загнать вот эту бомбочку, и хорошо отконтрить. Также вот эта, если не долетит, она ее тоже может загнать. В общем, я думаю, будет довольно-таки неплохо. Сейчас у меня 2900 кубков, я хочу дойти до Север Ночи. Там у нас будет донат, как всегда. И, блин, тут что-то интересное, награда за битву у нас появится. В общем, ребятки, пойдем, будем подниматься в рейтинге. Надеюсь на ваши положительные отзывы, там лайки, комментарии, все такое. Не призываю, просто надеюсь. Так, первый соперник. 12 уровень. Ой, смотрите, он уже нападает. Он уже нападает. Так, ну мы легко, в принципе, отконтримся от него. Я думаю, я тоже выпущу. Давайте выпустим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо. Подальше, подальше. Ну-ка, уходи. Блин. Слушай, не очень хорошо получилось. Что будем делать? Ну, давайте попробуем с помощью пилы затащить. Ей сложно, конечно, будет. Ну, блин, ну, реально сложно. Окей, загнали хотя бы ее. Нормально. Полетели птахи. О, нифига себе, мы ее отпихнули. Отлично, птахи долетают. Бомбочка не зайдет, я думаю, в мою сторону. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да когда ты же взорвешься-то? Она уже должна взорваться, по идее. Давай, взрывайся, взрывайся. Блин. Короче, давайте не будем рисковать, отпихнем ее подальше. А, нифига не получилось, окей. Да хренушки, смотрите. Не загнал. Птички, пташки, давайте. Он не может загнать, блин, загнал. Но мы все равно его выигрываем. Блин, ну что ж ты будешь делать? Еще один зашел. У нас пока еще хорошие шансы. Тут я конкретно тут не знаю, что делать. Так, давай. Не в ту сторону, правда. Блин. Что же я творю? Ну что ж. Кусайте его. Бабах. Блин, ну молодец. Пташки, давайте. Сделайте все возможное. Хотя бы одна бы залетела. Было бы супер. Ладно, у меня есть сейчас план. Мы просто пилой залетим, и мы уже в плюсе, по сути, будем. Так, отлично. Отлично, ребятки. Тут что-то все сложно у нас. Все сложность началась. Давайте уже лесорубку пустим. Тихо, давай. Лесорубку против лесорубки. Давайте поможем собакенами. Птички пускай летят. Ой-ой-ой, тут... Давайте лучше пилу возьмем. Нафиг, я не хочу рисковать. Он зашел, ребят. Стреляем. Бах, все, ребят, победили. Я же говорил, это нормальная колода, в принципе. Окей, плюс 31 рейта. Да, ребят. Офигеть. Вот такая вот колода, ребят, сможешь меня победить. Дружеская битва, давайте. Ну. Периодически игра подглючивает. Так, давайте откроем лучше пустые яйца, посмотрим, что там у нас выпадает. Неплохая колода. Так, окей. Тут гемы можно заработать. Очень часто выпадают от этих бесплатных. Так, тут мы набиваем, давайте пожертвуем. Набиваем на клановое яйцо. Ребятки, к
Кто шестеренки не вкладывает, тот яйцо не получит. Сразу говорю в конце. Вот кто, вот я даже не вложил шестеренку, по истечении 14 часов я не получу вообще никакую награду. То есть хотя бы должна быть одна шестеренка, чтобы получить яйцо. Так что, ребят, в путь вам хорошей игры. То есть нужно играть 2 на 2 против других кланов. И тогда вы получите в любом случае яйцо. Но я так понимаю, точно не знаю, чем больше ты вложил шестеренок, тем лучше у тебя будет награда. Давайте пробуем со кланом поиграть. Гаджи. Наши колоды как раз и испытаем. Так, давайте, знаете, с чего начнем? Вот так. Я думаю, неплохой способ затащить. Бах, сразу гол. Отлично. От этой, я думаю, мы сейчас избавимся. Так, мне тут лесорубка нужна. А, блин, не поможет лесорубка. Ладно, давайте пташек тоже пустим. Бах, все, все взорвались. Мне тоже нужна лесорубка, блин. Ах ты ж. Вышло не вовремя. Тут левел одинаковый, когда, ну, друг с другом, короче, играешь. Давайте опять уж гол забьем, чтобы наверняка. Бах, смотрите, отличный гол. Отличная комбо. Давайте пилу возьмем, почему бы нет. Нифига себе, он разбомбил, блин. Не, ну круто, конечно, вы видели, что он сделал. Так, что мы сделаем здесь? Он хочет пилу затащить. Ох ты, как перепрыгнул-то. Слушай, ну молодец, смотрите, у него получается. И получается довольно-таки неплохо. Так, птахи полетели. Давайте, знаете, что попробуем уже сделать, реализовать. Нужна семерочка для этого. Я понимаю, он меня сейчас победит, я просто хочу попробовать реализовать это. Бах, забили, смотрите, неплохо довольно-таки забили. Так, все, хорошая игра, молодец. Так, откроем золотое яйцо. Так, нормально. И простое. А, вот мы улучшили, давайте откроем. Теперь у нас свободное место есть. Нормально. А также, подождите, также вот это мы откроем сейчас. Тут тоже неплохие клоны, можно будет тоже прокачаться. Бомболет, бомбоскакушка, жар-птица, золото. Золото у меня уже дофига. Можно прокачивать клон. Давайте так и сделаем, прокачаем. А, липкую бомбу прокачаем. Ей я, ну, редко пользуюсь. Но, возможно, она хорошая. Сосульками очень часто пользуются. Я думаю, стоит прокачать сосульки. Так, что у нас еще тут? А, вот этот довольно-таки огнешар неплохой. Сейчас я вам покажу, вот огненный шар, с кем он хорошо справляется. Допустим, очень хорошо он справляется с массой. Такими, как вот собакенами, вообще на изи контрит. Кстати, давайте сейчас прокачаем стрелы. Стрелы мои самые любимые, стрелами я всегда стараюсь пользоваться. О, даже еще, смотрите. Конечно же, нам надо прокачать. Плюс урон по башне, плюс один. И урон по клону. Так, гаджи я с тобой уже играл, нет? Уровень повышен, ребят, до 15. Уровень уже 15. Я думаю, мне будут более такие топовые игроки попадаться. 3000 кубков пока что. Скилла я обогнал, но я думаю, у нас с ним будет конкуренция. Он тоже будет меня догонять, обгонять и все такое. Блин, немножко осталось, ребят. 3000 кубков, да 300 всего лишь осталось, даже меньше. И мы с вами попадем на новую землю, север ночью. Очень хочется туда попасть. А потом вообще портал сезона какой-то. Офигеть. Что у нас такое? Тут тоже много чего интересного. Выживший. Тоже хочется посмотреть, что там такое, ребятки. Что же там такое? Там, видимо, очень круто все будет. Также ждем от разработчиков активных просто обновлений. Много-много-много обновлений, много клонов. Потому что пока что клонов, в принципе, довольно-таки мало. По сравнению с Clash Royale. Хочется, блин, ну хотя бы 50 клонов. Уже было бы вообще прям топово. Ну и
со временем все больше и больше клонов, чтобы было всяких больше каких-то комбинаций, больше построений. Слушай, тут какое-то, да ну нафиг, в смысле, еще будет какое-то испытание. Готовься к новому событию, оно скоро начнется и принесет новую награду за яйцо событий. Через 45 минут начнется. Офигеть. Возможно, сразу новая серия выйдет. Так, ну ладно, продолжаем изучать свою деку. Идем в битву и поднимаемся в рейтинге. 3000 довольно-таки хорошо. Но эта дека больше для атаки подходит, нежели на оборону. То есть тут нужно постоянно атаковать. Давайте прямо сейчас попробуем это сделать. Стоп, 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 стоп. Все, поймали. И птички, птички пускай летят. Смотрите, какой гол красивый. Офигеть. Вы это видели? Шикарный гол. Единственное, мне будет сложно от вот него контриться. Ну, смотрите, собаки, ну, в принципе, довольно-таки нормально справляются. Ах ты, блин. Он по-любому будет удар наносить. Если у нас будет эта дека, да, нам просто защищаться почти нечем. И это проблема этой колоды. Но зато, смотрите, семерочка у нас есть. Ох ты, смотрите, смотрите, что делает. Давайте пилу пустим. Хотя пилу лучше пускать тогда, когда у вас... Тогда, когда у вас... Блин, ну что ты, куда... Ладно, пофиг. Он, наверное, так заходит. О, так заходит, просто так заходит. Офигеть. Тихо, 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 я сейчас в смысле сбиваюсь. Нормально, нормально. Ах ты ж, блин, немножко не туда. Немножко не туда и в наши ворота. Хотя, смотрите, нет, 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 нормально. Выталкиваем, выталкиваем нашу бомбу. Сейчас бросаем пилу, и все будет нормально, нормально. Давай, давай, давай. Он, конечно, тоже сейчас больно мне нанесет. Ну давай, шанс же есть. Все, шанс хороший, шанс хороший. Давай, 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 давай. Хотя бы просто пила, чтобы зашла уже. Все, заходит пила, заходят птички, и все, ништяк. Смотрите, сейчас мы что делаем. Берем вот так, и... Нам надо гол забить. Ах ты, блин, собакены, собакены. Да, ребят, да. Вот про это я говорю. Начинаются в голове какие-то комбы появляться. И действительно довольно-таки хорошие. Так что хорошо, что делали разработчики, что нужно менять колоду и придумывать какие-то новые комбинации. Это реально здорово. Это расширяет просто сознание. И ты понимаешь, что оказывается не только стоит одним и тем же какими-то комбинациями пользоваться, а стоит как-то варьировать, что-то новое придумать. И блин, ну, сами видите. Так, у меня уже колода красным горит, значит, нужно поменять, по идее. Ну, блин, я еще хочу ее поизучать, потому что колода хорошая. Ее следует по-любому оставить. Надо еще как-то подписывать слоты, было бы здорово, интересно, можно или нет, чтобы не потерять колоду. 15 уровень. Вот. Моя самая первая комбинация, самая такой довольно-таки любимая, это собакены. Давай, 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 давай. Ну, чтобы подтолкнул собакен, ну вы поняли, да? В принципе, почти получилось. Тут по-любому лесорубка вообще против них, против собакенов хорошо действует. О, плюс она может закинуть, довольно-таки хорошо. Так, а мы давайте, знаете, что попробуем пока что? Нашу комбинацию. Сейчас собакены подтолкнут. Давайте, давайте, давайте. Видите, они только мне даже плюс делали. И давай, два, два, два. Не перескакивают. И почти. Ребята, давайте поможем. Пилой, вот. Вот зачем нужна пила, ребятки. Доделывать дела. Так, птахи, птахи, птахи. Птахи тоже вот от бомбочек могут спасти. О, смотрите. Блин, это плохо. Надо отбиться. Отбиваемся. Блин. Я просто боялся. Так, окей. Сейчас еще один будет. Еще один гол, возможно. Так, молодец. Бабах. Ах, ты промазали немножко. О, не, попали, попали, ребят. Нормальненько, нормальненько. Блин, ну смотрите, зашел. Ну не так страшно уж, не критично. Так, давайте комбо мою реализую, мою любимую комбо.
По низу вообще пошла, ну елки-палки. Так, ладно, тут, в принципе. О-во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 . Нет, 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 нет! Я сам себя подставил, вы это видели? Я не хотел. Вообще так делать не хотел никак. Так, серьезно, серьезно. Покатилась, покатилась, покатилась. Так, рано, рано, рано что-то делать. О, смотрите, она сама, лесорубка забила сама. Молодца, вообще красавица. Так, можно простой гол забить. Это вообще идеально, простой гол. Он по низу в основном. Ах ты, блин, мой же и помешал. Ладно, пилой догоняем. Пилой просто догоним. Ну-ка, ну-ка, давай, 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 давай. Давай, пила. Никогда не подводила же. Смотри, что делать, смотри, что делает пила. Это просто офигеть. Так, лесоруба, лесоруба. Нет, 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 назад, назад, выталкивай, выталкивай. Просто надо вытолкнуть. Ой, опасно, 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 блин. Смотри, что мы... Ах ты, блин. Ну, что ты будешь делать? Давайте пилу загоним, хотя бы пилу. Я не знаю, что делать. Мы даже пилу загнать не можем. Сейчас просто нужно отбиться, ребят. Просто отбиться. Короче, ничья. Но дека действует, сами видите. 2-2, нормально. Учитывая то, что он один, у него 11 всего лишь кубок. И он похуже мне, так что он вообще красава, молодец. Ну, главное, что мы ничего не потеряли. Давайте откроем яйцо. Огненный шар. Нормально, прокачиваем. Прокачиваем деку. Что-то у нас по прокачке. Ну, пока что нормально. Пока что на 15 уровне побудем. Идем дальше, я хочу дальше идти, ребят. Да ну нафиг, 9 всего лишь. Это будет, я думаю, слишком легко. Ну тут по-любому лесорубка. Надо отбиться, ребят. Нам по-любому нужно отбиться. За лесорубку можно птичек... Ах ты, смотрите, он ее... Неплохо. Ладно. Давайте тогда просто гол забьем. Да он нафиг, долетело, долетело, отлично. Ах ты, блин, нормально, нормально он. Давайте уже разрушим это. Разрушим этот ад и... И нормально, смотрите, давай, давай, давай. Ах ты ж. Тут лесорубка может нам спасти ситуацию. Так что хорошая комбо. Давай, давай, разгоняйся. Ее надо правильно еще пустить, чтобы она с разгона прям била. Тогда будет вообще идеально. Ладно, я знаю, что мы тут сделаем. Мы просто гол забьем. Затащим. Смотрите. Вау, красивый гол. Ну, этот гол, ребятки, очень хорош. До двух уровней башни. Потом уже будет сложно. Потом начнутся сложности. Потому что, возможно, она будет промазывать. У него прям тактика какая-то. Смотрите, что он делает. Давайте пустим сначала. Ах ты ж, ну что ж ты делаешь-то? Ладно, я думаю, мы победим. Не понимаю, зачем он это сделал, правда не понимаю. Так, нормально. Скорее всего, промажет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, загоняй, загоняй. Летят пташки.
Неплохо залетают. Все, идеально. Изи, ребят. Но я пока что этой колоде не проиграл, сами видели. Единственное, кому я проиграл, это соклановцу. Но у меня же самые лучшие ребята. Так, заберем награду. Гемы, я думаю, вам стоит копить на, ну, кто донаты не делает, на турнир, который тут проходит. Ну, это мое личное мнение. Вы делайте как хотите. Чтобы пройти турнир, иногда нужны гемасики. Я бы, наверное, на это оставил. Ну, вы можете на чем-нибудь другое, там, смотрите. Может, на яйцо накопите, на древнее. Ну, это долго, конечно, 2000. Ну, реально, возможно, в принципе, тут с достижения тоже всякие награды у нас. Так, где тут? А, это мои... Мой журнал. Так, это мои сообщения. Так, вот тут награды можно будет забирать, кто часто играет. Я думаю, тут расширят. Должны расширить, мне кажется. Спектр наград. Давайте последний раз, последнюю катку сделаем. Смотрите, 300, а мы были даже меньше 3000. То есть плюс соточка, я считаю, это хорошо. Так, давайте попробуем нашей старой тактикой. Ой, вот это я сейчас опасно сделал. Ёлки-палки. Как я так мог-то? Ну, лоханулся, бывает у всех. Вообще все потерял, все потерял. Бух! Видели, что произошло? Ладно, пускай зайдет, пускай заходит. Потеряем башню, ничего страшного. Я ступил конкретно, ребят, ступил. Прошу прощения. Немножко перегнул. Ну, слишком вверх, наверное, хотя... Так, надо прогнать, надо по-любому прогнать его. Нормально. Давайте забьем простой гол. Ну, он почти всегда забивает. 90% вероятности он забивает. Так. Ну, мы больше отбились, да, скорее сейчас, чем напали. Ну, неплохо отбились, нормально. Окей. Забили 4, смотрите, нормально. Нормально лесорубка забивает. Я бы сказал, очень даже нормально, очень неплохо. Правда, мне отбиваться почти реально, просто нечем отбиваться. О, он живой, ребят, он живой. Вы это видите? Он где-то летает тут. Так, давайте, птички полетели. Бах, вниз. Выпихнули, давай. Отлично. 1800 критический удар, вы это видели? Офигеть, плюс 41. Модификаторы базового победного счета. Плюс 30, плюс 11 рни какого-то. Нам даже стали показывать, за что нам дают кубки. 3125. Отлично. Тут тоже неплохие клоны выпадают в таких яйцах. Слушай, ну неплохо, я в принципе доволен. Так что пользуйтесь, я вот сейчас давайте оставлю вам, чтобы немножко запомнили колоду. Ставьте лайки, ребятки, подписывайтесь на канал.
Дальше будет еще интереснее. Пока что не хочу прокачивать, хотя можно было. Потом в отдельной серии прокачаю. Тысяча, трофей отряда 1100 кубков. Это они только, да, принесли, я так понимаю. Неплохо, неплохо. Так, что у нас здесь? Тут у нас тоже все хорошо. В общем, таки скоро будет событие, я обязательно сниму и чуть попозже выложу. Так что не пропустите события, поддержите там лайком и все такое. Кстати, мы можем вообще спокойно просто покупать клонов. Допустим, вот 300 не хватает, бандитку, хоба, взяли, купили. Куплено. А за 6 тысяч плюс 3 ступа, она довольно-таки хорошая. Давайте купим ступу. У нас много денег, мы можем себе позволить кое-что. Плюс 6, давайте покупаем. А второй раз нельзя покупать? Я могу второй раз? А, уже куплен, да? Понятно, 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 понятно. Так, следите, если что, что-нибудь добавлять, чего не хватает. Вот эти довольно-таки хорошие, но 30 пока что мало, пока что ничего не будем покупать. Ладно, ребятки, увидимся в новой серии. Всем пока-пока.